Вновь вспоминая картину Крамского «Христос в пустыне». На огромном валуне сидит Христос. Такая глубокая вообще печаль пронзает все его существо. О чем печалился Христос? Он еще ничего не сделал. О нем никто еще не сказал, не гнал. Потому что он смотрел, что вот эти камни, которые его окружают, напоминают сердца людей, которых он кричит, призывает, умирает пред ними и не трогает. Когда профессор с Можайки мне говорит: отец Георгий, обратили внимание, что люди сегодня утратили чувство самосохранения? Я давно знаю. День до вечера, да и ладно. И вот человек умирает. На самом деле страшно смотреть, как умирает человек. Умирает он, секунда, но смысл, что до этого. Дикие глаза, внутренняя пустота. Он за это все хватается, обычно человек умирающий, он проваливается, такое у него состояние. Вокруг всего в нору натащил. И все это надо оставить. Должность, власть, сан. Ты умираешь и все оставляешь. А дальше он не знает, он не жил этим, чем дальше. Он жил тогда до смертного ложа, до крематория, до куска земли на кладбище. Никогда он не прозревал суть жизни. Во имя чего тебе мать рожала, что ты понял, что ты услышал, что тебя вдохновило. А что я воскрес, и смог ли ты кого-то воскресить? Вот так вот. Есть, пить и в туалет дернуть. Все, вся жизнь. Прийти в храм забежать, свечку поставить, куда? А чтобы у него было то или это. Вот танцуйте все святые перед ним. Ничего тебе не будет. Нельзя с улицы забежать. Этим надо жить. Изо дня в день. Не место свет спасает, как говорят святые отцы, а жизнь твоя. Это Евхаристия. Это Царство Небесное. Это церковь, молитва Богу, должны быть не в стенах где-то, а внутри твоего сердца. Бог обращается к каждому человеку. И сегодня устами священника говорится: придите, все труждающие, обремененные, кушайте, пейте, пока есть возможность, бьется сердце. Есть, но, как говорится, голос в пустыне.